там, на организация была прекрасная вечер. Ну, не вечер, это, ну, такая встреча. Хорош, хорош. Хорошее продолжение поступили. Не нервничайте, спокойно говорите. Что можно ежегодно организовывать такие, такие встречи. Я, во-первых, себя совершенно не чувствую себя, хоть я с 21-й школы, если там Тамаре, я всех, всех знаю. Всех. У вас там 90%. Да. Не, мне 10 здесь повезло. Я вообще много лет не видел, я очень рад. 50 лет не виделись. Сидит, не увидел. Сидит, чему нужен, товарищ. Очень многих, Гаврош, Гаврош я даже 50 тысяч лет не видел. Да, на улице мы жили. Хай я на бахтом блад. Тем более, ваш раз спасибо лично от меня за встречу на такой организации встречи. Я спасибо за то, что ты уважил нас. Михаил Ильич, как начинаем. Конечно, многое хочется сказать. Такие минуты. Все не скажешь. Вот хочу вспомнить, какое наше юношество было, как мы были вас все сидящие. Зал мон. О, дорогой год. Голос, Борис, Миша, Барматов. Ну тут многие многие. Мы очень, как тут кто-то сказал, мы хулиганили вместе, мы многие дружили вместе, много времени проводили все вместе. Все мы сейчас в этот день можем вспомнить. Школьный год были очень интересные. Вот в основной школе, где я учился, это была очень интересная школа. Все преподаватели фронтовики. Я не буду вспоминать их фамилии. Среди наших учеников, в наших классах, 7 человек евреев, они все эвакуированы. В 10-м А очень много евреев эвакуированных, Б тоже, да, тоже такая еврейская школа была. В нашем классе я могу два момента вспомнить. Вот Каримов мы говорим. Каримов, вот я первый урок жизни, вообще-то говоря, получил от него, первый урок. Когда я учился в 8-м классе, мы рядом сидели, мы с ним рядом всегда сидели, на одной партой.